Уважаемые граждане, по маршруту действует режим повышенной готовности не сопротивляться распространению коронавирусной инфекции. Это не учение. Жители всех районов Самары информируют по громкоговорителям о соблюдении санитарных требований в условиях самоизоляции. Призывают оставаться дома. Службы, отвечающие за жизнеобеспечение, предпринимают меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Со вторника бригады спецмашин для мойки и дезинфекции получили маршрутный план и уже начали работать. Используют средства, сертифицированные Роспотребнадзором. Неаллергичным хлорамином Б орошают поверхности, а улично-дорожную сеть раньше обычных сроков начали мыть шампунем, потом его смывают. По распоряжению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и распоряжению главы города Елены Владимировны Лапушкиной начата санитарная обработка общественных территорий города Самары. Задействованы муниципальные предприятия городского округа Самары, МП «Благоустройство», МАУ «Парки Самары», МП «Набережные Самары», МП «Горзеленхоз». Соответственно, основной упор сейчас делается на остановке, на общественной территории, где происходит массовое скопление людей. Мойка остановочных павильонов в ежедневном режиме. Общественные пространства будут обрабатывать по кругу. Далее, в зависимости от развития ситуации, связанной с коронавирусом, будет рассматриваться вариант более частой обработки. Проходит обработка поверхностей асфальтового покрытия моющим средством. Потом будет дезинфекция, то есть поверхностей всех соприкасающих элементов, то есть детских площадок, поверхностей павильонов, скамеек, урн. По территории набережной сейчас в данный момент у нас стоит везде предупредительные, то есть объявления, чтобы меньше люди не отдыхали сюда, не приходили, то есть а лучше находились дома. Редкие прохожие не мешают процессу, спокойно отходят в сторону, а по окончании обработки спокойно возвращаются на остановки. Автомобилисты пропускают колонны спецтехники. Муниципальные предприятия уже утром вывели 14 спецмашин для мойки и обработки улиц. При этом параллельно продолжают выполняться различные виды сезонных работ в рамках городского месячника по благоустройству. Только МП «Благоустройство» за сутки задействовало около 200 спецмашин и более 250 уборщиков. Вывозят остатки снега, откачивают воду с мест подтопления, продолжают аварийно-ямочный ремонт, убирают мусор. Запасов дезинфицирующих средств достаточно для использования до конца текущей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным, нерабочий. С сегодняшнего дня муниципальными предприятиями Самары ведутся дополнительные закупки спецсоставов для санитарной обработки.